385 миллионов человек заразились COVID-19 с начала пандемии. Почти 20% инфицированных – жители Соединенных Штатов. Недалеко от них в списке антилидеров числится соседняя Россия. Там за два года коронавирус подтвердился у 11 миллионов человек. Больше миллиона COVID-инфицированных зарегистрировали в Казахстане. В сутки же в стране вирус выявляют более чем у 16 тысяч человек. Ситуация обостряется в Нур-Султане. За прошедшие 24 часа выявили свыше 6 тысяч зараженных. Небольшой прирост наблюдается и в Алматы. Количество инфицированных составило 2368 человек. По состоянию на 2 февраля в Северном Казахстане выявили 547 случаев заболеваемости. У большинства из них болезнь протекает с симптомами. Между тем, в стране продолжается прививочная кампания. Первый компонент антиковидной вакцины получили свыше 9 миллионов казахстанцев, второй – 8,7 миллионов. В разрезе регионов по вакцинации Северный Казахстан занимает 11 место. Первым компонентом вакцины привились около 300 тысяч североказахстанцев. Полный курс прошли 274 тысячи жителей.